Ну что же, здравствуйте, дорогие товарищи. Поиграем сегодня в Space Marine мультиплеер. Посмотрим, как оно живо или нет. И у меня есть ощущение, что действительно оно еще живо. Вот, играть будем в Exterminatus поначалу. Посмотрим. Кастомайзер это не то. Давайте Chaos Unleashed Chaos. Это дополнение, но через 13 лет после выхода, я думаю, что у всех дополнения есть, хотя надо смотреть, конечно. Да. Немножечко подождем, я приостановлюсь. Смотрите, что-то нашлось. Да? Да, только что это происходит, непонятно. А, матч начнется через 30 секунд. Ну, подождем чуть-чуть. Смотрите, даже кто-то нашелся. Спас Марины. Ну что, давайте девастатором попробуем. Так, три жизни. Xenos lifeform detected. Это все понятно, что я делаю. А что ж такое? Okay, ладно.
this position. Патроны дайте, дайте патроны. Thank you.
офицеры, где? Ух, ну чё так? Хорошо. Xenos lifeforms detected. Давайте. Yeah.
destroyed. Yeah.
Блин. Я его так достал.
Ну так. Лапчик дали. Плазмоганчик. Ceiling primary containment fixture disengaging. Быстрее и сильнее всех. Ну, смотри, уже выторговал время для товарищей, так сказать. Yeah.
Блин, ну это просто какой-то тактический марин, просто самый слабый в действии. Забил столько прикрас. GG, как говорится. Да, ну я так себе, конечно. Бывает. Я все. Пока что все. Так мало дали, а это вот смотри, что-то есть у тактического. О, primary weapon, прямо плазма, мелтаган. О, вот это вот прям вся красота. Угу. И перки у нее что там. Но это нужно дождать еще там типа. Да, интересно, конечно. Так, ну сейчас попробуем Versus. Ну что же, идем дальше, пробуем Versus. Оу. Тут прямо от души всяких. Dreadnought Assault, блин, прямо давайте вот так вот. Надо подождать теперь. Нельзя просто показать все, что ли. Я присоединился и все. Чё там? Или создать свою. Ладно, подождем чуть-чуть. Ну вот, наконец-то нашел. Six Ground матч работает на чем? Да. Работает по классической версии, то есть House Unleashed походу у кого-то нету, у многих нету, а Dreadnought Assault так тем более. Стрелять, с кого не стрелять. Да, это было быстро.
Да. Ладно. Давайте. Annihilation Classic. Да хер его знает. Найдем, не найдем. Ну что же, если со всеми остальными типами геймплея все плохо, то самый первый, классический, возможно, там еще с House Unleashed, есть еще вариант поиграть в PvP-шный мультиплеер или хотя бы командный мультиплеер. Вот. А так, конечно, да. Экстерминатус — наш выбор. Позвать друзей и поиграть по волнам. Так, ну что ж. Эйвок. Да. Точки. Что ж такое-то? Прикрытие. Да. Да что ж такое-то опять? Пост меняется. Муха. Вот какая-то отзывчивость у этой игры иногда. По-моему, Dawn of War такая же херня была. На определенном этапе кнопки переставали. Да,
Опять. Или непонятно. Да, такой слишком хаотичный, сумбурный мультиплеер. Непонятно, как это работает штука. Она не настолько интуитивная вот эта вот. Да ёкарный бабай. Как ты меня убиваешь прямо? Ощущение, что у вас больше людей просто.
чего это вообще? Очень хаотично, непонятно. Мультиплеер, я бы сказал, что да, как-то так специфически. Угу. Ну давайте следующую карту, что там. Поехали дальше. Ну что, пост. Тут оказывается не сервера, как бы, а посты со стороны, то есть, да, знакомая карта. На самом деле не хватает этой такой. Значение, что вот армия тактика, вот там не знаю что. Не хватает такой функции, чтобы делать эффект одной раскраски. Сторон взяли, да? Поехали, что-то. Дохлики, что не дай боже. Thank you.
прям все собрали. Одна. Стимпанк это уже дали. Блин, пипец. Пользуются местности, а? Попадаются тут всякие. Потом черт его знает как.
мало гранат для тактического товарища. Происходит такое непонятно. Ай, блин. Ну почему гранату взрывает, она просто в никуда. Ну что, ну, в принципе, весьма прикольно. Как бы можно было бы лучше, но тем не менее тоже поиграть, помочиться с Space Marine'ами в первую часть тоже весьма адекватно. Вот. Я думаю, что на этом я закончу, потому что, ну, тоже как-то не то, чтобы я там сильно фаначу по всему этому делу. Но вот смотрите, что вот Save the Day, вот, оно у меня сработало только вот это вот Seize Ground, то есть вот это вот захват точки, а все остальное вообще по нулям. И сработал также этот Exterminatus, который там, вот, Терминатус здесь вот. И тут тоже, если так смотреть, вот Chaos Unleashed и Classic, они оба сработали, да, тут можно было найти людей. Собственно, они более весело. Ну, хотя тоже и так весело. Вот. Ну, так что даже если у вас второго Space Marine нету, в первую тоже можно поиграть. Особенно если у вас друзья, то, собственно, Exterminatus welcome and орки Маздай, так сказать. Вот. Ладушки, давайте закончим на этом. Спасибо, что смотрели. Лайки, подписки и прочие штуки. И пишите, если какие-то предложения, там, комментарии и так далее. Ага, можно подлечиться вот этим. Окей. Девастатор. Комбат стимуляция. Окей, тут тоже это открыл. И ассалт. То же самое, да. Ну, как-то так, да. Вот. Такие дела. Все, увидимся.